Вот там на шейде, ребята, сейчас я вам покажу, кричит фазан. Это я на стоянке, сейчас возле дома иду на работу. Сейчас посмотрим, чтобы я его не напугал. Снимаю на телефон. Извините за качество. Сейчас. Вот он сидит на этой крыше, вот он. Я думаю, что так скрипит, или кто-то бутылкой стукает, это фазан кричит. Вот он пошел, сейчас, наверное, полетит куда-то. Вот такие дела, друзья. Сегодня у нас суббота. Такое субботнее утро. Все тает. Видите, все мокрое. Я еду на работу. Сейчас посмотрим, заведемся. Вот домик. Ну, утка полетела, крякает. Но он... Вот он, фазан. Вот он. Вот он сидит сверху на крыше. Это шедик, сарайчик такой. Ну, у людей есть там своя территория. Вон еще один сарайчик. Шед называется, типа хранилище. Он вообще называется Baby Barn. Типа как какая-то это для лошадей там. Если это конюшня, то это barn. Так, что у нас сегодня? Опа. Сейчас, так, 4 градуса тепла. Ладно, ребята, я уже опаздываю, елки-палки. Ну ничего. Засиделся я что-то сегодня дома. Вот. Ну ничего, там доеду, все хорошо будет. Уже все тает. Уже все тает. И у нас уже начало весны. Ну уже так, я в туфлях хожу, вот в другом куртеце, вы видите, без меха, в кепке. То есть уже у нас плюс 4. Плюс 4, люди в свитерах ходят. Ладно, ребят, вот такой короткий очерк. Все, всем пока. Еду на работу. У нас весна.